Рассказать, что сделано, и обозначить перспективы развития региона в будущем году. Так, в нескольких словах, можно описать цель визита в Новый Уренгой председателя законодательного собрания Ямала. Сегодня Сергей Харович провел несколько рабочих встреч с трудовыми коллективами города. В первой половине дня он пообщался со специалистами компании «Газпром добыча Ямбург», позже обозначил вектор экономического и социального развития округа представителям педагогического сообщества. Слово Павлу Прожогину. Богатство страны севером прирастать будет. Впереди шельф. Такие перспективы обозначил перед сотрудниками компании «Газпром добыча Ямбург» председатель окружного парламента. Добывающая отрасль – один из основных источников дохода региональной казны. То, что сегодня Ямал – одна из стабильных и динамично развивающихся территорий, заслуга в первую очередь газовиков. В перспективе – выход на новые горизонты, в буквальном смысле слова. Разработка шельфа требует особого подхода. Точки приложения силы уже определены. Бабаненко, как вы знаете, она уже действует, работает. Разрабатывается, обустраивается месторождение на морском шельфе, строится морской порт с объектами. Реализация масштабных проектов невозможна без развития инфраструктуры на местах. В Новом Уренгое это в первую очередь касается переселения людей из деревянного фонда. Помимо этого необходимо возводить социальные объекты. Большой проблемой городской является это хирургический корпус и детская поликлиника. Мы работаем над этими вопросами с властями округа, чтобы приступить к их строительству. От уровня знаний сегодняшнего поколения зависит будущее не только Ямала, отмечает Сергей Харюч. Поэтому следующий пункт программы визита – встреча с педагогами. Забота о работниках бюджетной сферы всегда была для округа приоритетным направлением. Даже если экономика региона переживает непростые времена, социальная направленность ямальской казны остается неизменной. Те социальные гарантии, которые мы разработали, утвердили законами, нормативно-правовыми актами правительства автономного округа, мы не намерены ни в коем случае снимать. Несмотря на кризис. Сергей Харючи уверен, только тот, кто знает историю родного края, крепко стоит на ногах. С этим у новоуренгойских школьников проблем нет, отмечает руководитель местного департамента образования. Знакомству с этим предметом педагоги уделяют особое внимание. В каждом учебном заведении есть специализированная литература. Используется календарь. Этнический календарь, который тоже был представлен автономным округом. И вот большое, очень хорошее подспорье при изучении национального компонента. В целом, год грядущий серьезных потрясений Ямалу не принесет, уверен председатель законодательного собрания округа. Главный финансовый документ региона, который будет подписан через неделю, позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Павел Прожогин, Давид Давидашвили, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».